Зимой 1804 года по горным дорогам шли русские войска. В те дни, когда в Европе пылали битвы с Наполеоном, на Кавказе начиналась новая война. Война, в которой русской армии предстояло не просто защитить свои южные рубежи. Россия должна была навсегда покончить с внутренним раздором среди горных племен. Иначе стоящие наготове Персия и Турция могли не просто взять власть в этих краях, а полностью уничтожить христианские народы Грузии и Армении. Русская армия шла защищать Кавказ. Зимой 1792 года в Харьковских степях бушевали метели. В один из ненастных дней в дом сельского священника Степана Котляревского постучали. Непогода застала в пути подполковника Ивана Петровича Лазарева. Отец Степан принял гостя радушно, и Лазарев провел в деревне целую неделю. Он успел подружиться с сыном Котляревского, 10-летним Петром, и пообещал устроить судьбу Петруши, записать его в свой батальон и заботиться о нем, как о родном сыне. Как только метель стихла, Лазарев отправился в путь. Прошло полтора года, когда к отцу Степану явился курьер и объявил, что его Пете пора собираться на царскую службу. О, милый, пошла! Лазарев ждал своего воспитанника в далеком кавказском селении Моздок. В семье священника не предполагали, что их сын Петр Котляревский окажется в эпицентре долгой войны против персидского нашествия, а через несколько лет поставит в ней победную точку, совершив то, что не удалось даже самому императору Петру Первому. За 70 лет до этих событий в городе Шамахе, на территории современного Азербайджана, неизвестные разграбили российские торговые лавки и избили русских купцов. Шамаха и все восточное Закавказье подчинялись Персии. Царь Петр I потребовал от персов наказания виновных, но это требование не было удовлетворено. 15 июля вышел императорский манифест, в котором Петр объявлял, что в ответ на разбой он вводит на Кавказ свои войска. Через три дня из Астрахани вышли 264 русских корабля во главе с императором. Петру без боя сдалась крепость Дербент на берегу Каспийского моря. Затем пал город Решт, и в 1723 году русское войско вступило в Баку. Теперь Россия контролировала обширные территории на южном побережье Каспийского моря. Казалось, что русские солдаты останутся на Кавказе навсегда. Однако после смерти Петра в Петербурге поняли, что удержать новые земли будет непросто.
Жаркий нездоровый климат, эпидемии и стычки с местными князьками вели к большим потерям в русской армии. Императрица Анна Иоанновна уступила персидскому правителю все завоевания в обмен на торговые привилегии и союз против Турции. Но договор не продержался и года. Как только русская армия покинула Закавказье, здесь начали вспыхивать восстания. Утратив объединяющую и сдерживающую силу, кавказские народы разбились на 20 независимых мусульманских ханств, большинство из которых стали союзниками враждебной к России Персии. Но посреди Кавказских гор во вражеском окружении находилось одно государство, которое как никогда нуждалось в защите России – православное Картли-Кахетинское царство, будущая Грузия. Правители Персии, занятые внутренними распрями, почти не вмешивались в дела кавказских государств. До поры до времени они не трогали Картли-Кахетинское царство Ираклия II. Картли-Кахетинское царство основано в 1762 году, когда под властью Ираклия II объединились Картлийское царство со столицей в Тифлисе, Тбилиси, и Кахетинское со столицей в Телаве. Кавказ отделял Российскую империю от давних врагов – Турции и Персии. Мир на Кавказе обеспечивал России и безопасность ее южных рубежей, и возможность торговли со всем Востоком. А для этого нужно было иметь здесь своих союзников. Грузию с Россией соединял лишь небольшой участок границы на севере страны. С остальных трех сторон ее окружали ханства, поддерживающие Персию. Защитить Грузию значило спасти православный народ от уничтожения и защитить свои интересы на Кавказе. Взошедшая на русский трон Екатерина II и царь Ираклий понимали, путь к спасению один. Двум православным государствам необходимо соединиться и вместе отстаивать свои границы. 24 июля 1783 года Россия и Грузия подписали в Георгиевске трактат, утвердивший переход Картли-Кахетинского царства под русское покровительство. Русские солдаты начали строительство военно-грузинской дороги, которая соединяла Россию и Грузию. Вдоль нее появился ряд укреплений, в том числе крепость Владикавказ. В это время власть в Персии захватил ага Мохаммед хан. Его отец служил при дворе персидского шаха, но попал в опалу и бежал. Он не успел взять с собой сына. За бегство отца был наказан 6-летний мальчик. Шах приказал его оскопить. Ага Мохаммед, подвергаясь постоянным насмешкам, рос угрюмым и безжалостным. С раннего детства он всегда носил при себе нож, поклявшись отомстить шаху. Повзрослев, ага Мохаммед хан собрал соратников и начал борьбу со своим обидчиком. Он покорял город за городом, оставляя после себя пирамиды из отрубленных голов. Когда ага Мохаммед хан расправился с внутренними врагами, его армия обрушилась на Грузию. Новый шах приказал утопить в крови, но вернуть эту провинцию в состав Персии. 35 тысяч персов вторглись в Грузию. Они выгадали удачное время. Русские войска были направлены с Кавказа в Причерноморье, где шла война с Турцией. Армия ага Мохаммеда ворвалась в Тифлис. 6 дней персы грабили город. 6 дней убивали его жителей и оскверняли православные храмы. Тифлис уничтожили полностью. Несколько тысяч грузин угнали в плен. Ираклий навсегда покинул столицу. Когда весть об этих событиях дошла до Екатерины Великой, она не скрывала гнева.
против персов направилась армия под командованием Валериана Зубова. Зубов Валериан Александрович, генерал от инфантерии, брат фаворита Екатерины II Платона Зубова, участник русско-турецких войн и штурма Измаила. В одном из боев потерял ногу. Возглавил персидский поход 1796 года. Планировал захватить всю Переднюю Азию до Тибета и поставить шахом ставленника Екатерины. Вместе с войском Зубова шел в поход и 14-летний Петр Котляревский. Он изучал военное дело не по книгам, а в условиях боевого похода под руководством опытного командира. И в 14 лет уже стоял под вражескими пулями. Армия графа Зубова вошла на Кавказ и одерживала одну победу за другой. Ага Мохаммед хан отступил, но тут произошло сразу несколько непредвиденных событий. В ноябре 1796 года скончалась Екатерина II, и престол занял ее сын Павел I, который остановил персидский поход Зубова и отозвал русские войска. Кровожадный ага Мохаммед был убит собственными слугами. И персидское войско повернуло домой. Умер и грузинский царь Ираклий, оставив трон сыну Георгию XII. Тот своими глазами видел, что такое персидское нашествие, и понимал, что спасти Грузию может только переход под власть российской короны. Георгий обратился к русскому императору с просьбой о защите. Павел I направил в Тифлис егерский полк генерал-майора Ивана Петровича Лазарева. Егеря. От немецкого слова «ягер» — охотник. В конце 18 века основной удар на поле боя наносили колонны линейной пехоты. Их главной задачей был штыковой удар. Егеря служили для огневой поддержки и прикрытия колонн линейной пехоты. Они могли действовать разрозненными подразделениями или в рассыпном строю. Егеря были незаменимы там, где требовались небольшие отряды ловких и метких стрелков. Они были наиболее приспособлены к ведению войны в горных условиях Кавказа. Стояла осень 1799 года. Полк Лазарева шел через главный Кавказский хребет. В лютые морозы и метели солдатам пришлось идти по узким тропам, рискуя свалиться в пропасть или попасть под лавину. И лишь спустившись в долину Арагви, они почувствовали, что цель близка. У Тифлиса русских встречал царь Георгий XII. В городе звучали колокола и праздничная музыка. Лазарева приняли как самого дорогого гостя. Вместе с ним в столицу входил его адъютант, подпоручик Петр Котляревский. Через два года был обнародован манифест о присоединении Грузии к России. Самого царя Георгия уже не было на свете. Он умер за несколько дней до наступления Нового года. Престол занял его старший сын, Давид XII. Казалось, что в страну приходит долгожданный мир. Однако другие претенденты на трон с этим мириться не желали. Сыновья Георгия от разных жен пытались отделиться от царства с самостоятельным владением. Лазарев боролся с ними как мог, но в Грузии царила анархия. Распоряжения царя не исполнялись. Родственники Георгия даже вступали в тайные переговоры с Персией. На российский престол взошел новый император – Александр I. Картли-Кахетинское царство было переименовано в грузинскую губернию, к которой вскоре присоединились ранее независимые земли – Мингрелии, Имеретии, Гурии.
Население радостно приняло эту новость. Грузинский народ получал надежную защиту от нападений Персии и Турции. Но местное дворянство не желало изменений. Чтобы положить конец анархии, в апреле 1802 года главнокомандующий в Грузии Карл Федорович Кноринг собрал представителей знати в Сионском соборе Тифлиса и заставил принести присягу российскому престолу. Отказавшиеся были высланы в Россию, но в Грузии оставалась вдова Георгия XII Мариам Цицишвили, также недовольная переменой своего положения. Утром Котляревского разбудил посыльный из штаба с ошеломляющей новостью. В Тифлисском дворце убит генерал-майор Лазарев. Генерал прибыл к царице Мариам с переводчиком, чтобы убедить ее отправиться в Россию и погасить назревающую смуту. Царица сделала вид, что согласна, а затем нанесла Ивану Петровичу удар кинжалом. Детали этого убийства до сих пор вызывают споры. Переводчик сообщал, что Мариам ударила Лазарева кинжалом, когда тот подошел попрощаться. Сама царица утверждала, что генерал вел себя неуважительно по отношению к ней. Мариам была отправлена со слугами в Белгород, в Рождественский монастырь. Затем жила в Москве. Ее дети получили образование в России. Котляревский пришел в отчаяние. Больше всего Лазарев желал мира для Кавказа. Убеждал, спорил, сражался за него, а в результате получил удар кинжалом. Какой он адъютант, если не смог спасти командира? В душе смешались боль, горечь и стыд. Будь я там, ничего бы не случилось. И он принял решение. Когда новый командующий, князь Павел Цицианов, предложил Котляревскому должность адъютанта, тот отказался. Штабная жизнь закончилась. Вместе с Лазаревым он стоял под пулями, защищая Грузию. И теперь его место там, где был его командир, в боевых частях. В это время новый персидский правитель Фетх Али-Шах разослал указы всем независимым государствам Кавказа, призывая их восстать против России. На обращение откликнулся Джавад-хан, правитель Гянджинского ханства, которое граничило с Грузией на юго-востоке. Страну окружали и другие враждебные ханства – Ереванское, Нахичеванское, Талышское, Карабахское. Цицианову предстояло либо привлечь их на свою сторону, либо покорить, до того, как Персия вступит в войну. Русское войско готовилось к походу на Гянджу. Павел Дмитриевич Цицианов. Дальний родственник царицы Мариам из грузинского рода Цицишвили. Участник русско-турецкой войны и персидского похода Зубова. В Грузии показал себя прекрасным администратором. Основал в Тифлисе благородное училище, восстановил типографию, добивался для грузинской молодежи права получать образование в высших учебных заведениях России. Цицианов предложил правителю Гянджи сдаться. Тот в ответ похвалялся величиной своих пушек и близостью персидского шаха. В ноябре 1803 года 2000 солдат Цицианова двинулись на юг. В рядах 17-го егерского полка шел командир роты капитан Котляревский. 17-й егерский полк – старейший и самый титулованный в императорской армии. Сформирован в 1642 году по указу царя Михаила Федоровича из московских стрельцов. С конца 18 века все время находился на Кавказе и внес решающий вклад в исход русско-персидской войны.
Первый шаг к усмирению Гинжинского ханства русские егеря сделали возле селения Загами. Петр стоял перед строем солдат, чтобы повести их в атаку. Только теперь понял, что значит быть командиром. Впереди враг, пули и смерть. Позади 100 человек, ждущих его приказа. А между ними только он, 20-летний капитан. Ударил барабан, и Котляревский повел роту на штурм. Он поднимался на высокую стену, когда пуля попала ему в ногу. Его подхватил поручик Воронцов. Для будущего наместника на Кавказе Воронцова это был первый бой в жизни. Но увидев, что капитан истекает кровью, он под пулями вынес его с поля боя. Воронцов Михаил Семенович. Один из самых богатых людей империи. Герой войны 12-го года. При Бородине получил штыковую рану. Командовал оккупационным корпусом во Франции. Перед выводом войск из Франции собрал сведения о долгах русских офицеров и солдат и выплатил кредиторам всю сумму – 1,5 миллиона рублей – из собственных средств, для чего продал часть своих имений. Генерал-губернатор Новороссии и строитель Одессы. Наместник на Кавказе, где пользовался огромным уважением. После его смерти возникла поговорка: «До Бога высоко, до царя далеко». А Воронцов умер. Загами был взят. Дорога на Гянджу была открыта. Это была мощная крепость. Двойные стены высотой 8 метров, 6 башен, бойницы для стрелков. Осада длилась целый месяц. Лишь третий штурм привел к успеху. Первая русская колонна взошла на стену и отбросила врага. Вторую колонну возглавлял Павел Корягин, командир 17-го егерского полка. Он совершил отвлекающий маневр и овладел главной крепостной башней. Противник бросал на пути русских горящие бурки и тряпье, пропитанное нефтью. Бой был страшным. Почти все защитники крепости, более 1500 человек, погибли. Русские потеряли 251 человека, но взяли город. Сам Джаватхан погиб с саблей в руках. Русские похоронили его с воинскими почестями, а его семье была назначена денежная пенсия. Гянджа признала власть русской администрации. Раненый Котляревский был произведен в майоры и вместе с Воронцовым представлен к ордену Святой Анны третьей степени. Вскоре война развела молодых офицеров, но их дружба продлится 48 лет. Подчинив Гянджу, Цицианов защитил Грузию с юго-востока. Падение этой крепости настолько потрясло соседних ханов, что многие отправили послов с выражением смирения. Но не все. Ереванское ханство открыто оставалось враждебным, уверенное в помощи Персии. Цицианов двинул армию к Еревани. Ереванское ханство со столицей в Ереване, нынешнем Ереване, занимало часть территории современной Республики Армения и турецкой провинции Игдыр. Ереванские ханы принадлежали к племени каджаров, как и персидские шахи. Это встревожило правителя Персии Фетхали Шаха. Он отправил к Цицианову посланника с требованием уйти за Кавказский хребет. Князь ответил, что на запугивание русские привыкли отвечать штыками. Так, летом 1804 года Персии была объявлена война, которая продлится 9 лет. Произойдут Аустерлицкое сражение и Бородинская битва. Запылает Москва.
И все это время далеко в горах всего 10 тысяч русских воинов будут защищать свои южные рубежи. Для сравнения, при Бородине русская армия имела более 100 тысяч человек. У Еревана Цицанов имел не более 4 тысяч солдат. Персидское войско насчитывало 40 тысяч человек. Командование армией принял наследный принц Аббас Мирза. 10 персов на одного русского. Но у войны свои законы. Когда не хватает людей, помогают выучка и умение. Если не хватает опыта, помогают товарищи, которые прикроют собой и вынесут раненого с поля боя. Помогает мужество, помогает вера. Несмотря на десятикратное превосходство, персы были отброшены и отступили. Цицианову оставалось лишь захватить саму Еревань. Но у него не было тяжелых орудий, способных разбить крепостные стены. Не хватало людей. Наступала осень, и армии угрожал голод. Князь вернулся в Тифлис. В письме Александру Первому он печалился о том, что был вынужден снять осаду. Но императору не за что было гневаться. Цицианов совершил невозможное. Ничтожными силами отбил первую волну персидского нашествия. Следующий 1805 год начался с нового похода. Часть Ереванского ханства была присоединена к России. Ее власть признали Шикинский хан, Шурагельский султан и правитель Карабахского ханства, которое граничило с Персией. В ответ на это персидский шах двинул свое войско на Карабах. Границу между Карабахом и Персией прикрывал лишь небольшой русский отряд. Ему на помощь Цицианов направил батальон полковника Павла Корягина, командира 17-го егерского полка, который насчитывал 493 солдата и 2 орудия. Шел в поход и майор Котляревский. Неподалеку от замка Шах-Булах Корягин столкнулся с персидским авангардом численностью около 4000 человек. Полковник решил не отступать. Он приказал построиться в каре и продолжить поход. 500 русских солдат шли вперед, отбивая атаки, пока вечером не увидели, что к ним приближается вся 20-тысячная армия Аббас Мирзы. Корягин занял оборону на высоком холме посреди мусульманского кладбища. В горных условиях правильно выбранная позиция решала половину дела. 2 орудия на возвышенности и ружейный огонь остановили огромную армию. Персы атаковали до глубокой ночи. Но всякий раз отступали с потерями. По отряду ударила артиллерия. Аббас Мирза был уверен, что русские сдадутся через пару часов обстрела. Держались 3 дня. Персы перекрыли осажденным доступ к воде и усилили обстрел. Раненые умирали от жажды. Пуля задела и самого Корягина. Вечером он приказал Котляревскому отобрать сотню самых крепких солдат и идти на вылазку, чтобы добыть воду для раненых. Котляревскому шел 23-й год, но никто не узнал бы в нем бывшего штабного адъютанта. Отчаяние сменилось мужеством и расчетом. Раны убили страх. Солдаты, видевшие его под пулями, пошли бы за ним куда угодно. Ночью отряд Котляревского бесшумно подобрался к персидскому лагерю и атаковал его. Враг бежал после первого залпа. Русские захватили 10 пушек, и пока одни бойцы выводили их из строя, остальные набирали драгоценную воду. С собой Котляревский уводил 2 пленных.
Те рассказали, что Аббас собирается обрушить на отряд всю мощь своей армии. Утром по холму вновь ударила артиллерия, а затем понеслась конница. Русский отряд выстоял, но его положение становилось безнадежным. Котляревский предложил с наступлением темноты пробиваться к замку Шах-Булах в самом центре Карабахского ханства. Отряд начал отход в полночь. На рассвете бойцы уже были у стен крепости. Появление русских было столь внезапным, что персидский гарнизон, оборонявший крепость, просто разбежался. Отряд Корягина проник в замок, но вскоре под стенами крепости снова возникли вражеские войска. Внутри крепости не было запаса продовольствия, и персы это знали. Расчет их был на то, что голод вынудит русских покинуть замок. Несколько дней отряд Корягина питался травой и кониной. Один из бойцов отряда, армянин Аванес, вызвался отвести письмо генералу Цицианову, в котором Корягин просил о подмоге. Цицианов ответил, что прийти на выручку никак не может. Персы угрожают Тифлису, и дробить войска генерал просто не имел права. Аванес сумел вернуться в крепость с неутешительными новостями, но доставил бойцам небольшой запас продуктов. Еще через неделю Аббас Мирза отправил к Корягину парламентеров. Он обещал, что если русские капитулируют, их ждут награды и почести. Если нет — гибель. Корягин попросил на размышление 4 дня. Когда срок перемирия истек, полковник сообщил Аббас Мирзе, что на следующий день русские войска покинут крепость. Отряд уходил вечером, скрытно. Никто из персов даже не заметил, как русские направились к Мухрату. Эта крепость располагалась в горах, и обороняться за ее стенами было проще. Но персы настигли отряд. Орудия несколько раз переходили от русских к персам и обратно. Но к вечеру русский отряд отбил последнюю атаку и занял крепость. Вскоре к ней подошли силы Цицианова. Атаковали врага и соединились с отрядом Корягина, от которого осталось менее 100 человек. Израненный полковник получил в награду золотую шпагу с надписью «За храбрость», Котляревский – орден Святого Владимира 4-й степени. В это же время военные действия шли вдалеке от Карабаха. Еще в начале кампании 1805 года Цицианов отправил Каспийскую флотилию, чтобы захватить Баку. Но экспедиция потерпела неудачу, и русские отошли с большими потерями. Цицианов двинулся по горам на помощь. Сопротивляться грозному русскому командующему бакинцы не осмелились. Князь подъехал к стенам крепости. Но когда бакинский хан вручал ему ключи от города, раздались выстрелы. Приближенные хана подло убили Цицианова и сопровождавшего его подполковника Иристова. Тело российского наместника обезглавили, а затем отправили голову в подарок персидскому шаху. С гибелью Цицианова русская власть в Закавказье пошатнулась. А в ноябре 1806 года войну России объявила Османская империя. На Кавказе открылся новый фронт. С Персией заключили перемирие, которое продержалось чуть больше года. Война с персами возобновилась в 1808 году. После гибели Цицианова пост кавказского наместника занял генерал Тармасов. Тармасов Александр Петрович, генерал от кавалерии,
на Кавказе проявил неутомимую энергию, благодаря чему успех склонился на сторону России. За всю войну 1812 года стал единственным кавалером высшей награды империи – ордена Андрея Первозванного. Одержал первую крупную победу над войсками Наполеона. Московский генерал-губернатор после пожара Москвы. Как писали о нем москвичи, был равновнимателен к богатому и бедному, сильному и слабому, к чести сущему и в убожестве пребывающему. Полковника Корягина уже не было на свете. Он умер от лихорадки. А командиром легендарного 17-го егерского полка стал Петр Котляревский. К 1810 году значительная часть кавказских ханств признала власть России. Оставалось покончить с внешним вторжением Персии, чтобы завершить войну. Летом русское командование получило сведения о том, что персы готовят новое наступление на юге Карабахского ханства. Чтобы предупредить врага, Котляревский вел один из своих батальонов к селению Мигри на самой границе с Персией. Тармасов, узнав численность неприятеля, отправил приказ Котляревскому отступить. Но доставить пакет не успели. Тот, кто владел крепостью Мигри, становился хозяином Карабаха. Аббас Мирза это знал. Знал и Котляревский. Полковник не сомневался, что врагов больше, чем его солдат. Он уже привык, что неприятель всегда превосходит русских числом, и верил в своих бойцов. Через горы прошли скрытно. Подобрались к крепости и атаковали ее с трех сторон. После короткого боя взяли передовые высоты. Ночью сражение продолжилось. И к утру селение было занято русскими. Оставалось взять главную батарею, которая грозно возвышалась на гранитном утесе. Котляревский приказал ее окружить и отвести воду. Спустя сутки персы бросили позиции и разбежались. Русские потеряли 6 убитыми. 29 человек были ранены. Среди них сам Котляревский. Потери персов составили 300 человек. А к селению уже двигался 10-тысячный отряд персов, которым фактически командовали английские офицеры. В 1807 году Россия была вынуждена заключить мир с наполеоновской Францией. Англия продолжала войну с французами и поддерживала всех противников Франции и России. Новый мирный договор между Россией и Англией был подписан лишь в 1812 году, когда французская армия вторглась в Россию. Однако это не остановило происки англичан на Кавказе и в Азии. Так начиналась долгосрочная кампания за господство Англии в Южной и Центральной Азии, названная «Большая игра». Это противостояние продолжалось более 2 века, сопровождалось чередой войн, стало одной из причин ввода советских войск в Афганистан и, по сути, продолжается до сегодняшнего дня. Котляревский запретил вступать в перестрелки. Персы растерялись. Потоптавшись перед Мигри, они 3 колоннами отступили к реке Аракс. С наступлением ночи их основные силы переправились через реку, оставив на берегу 4000-ный заслон. Котляревский имел не более 500 человек. Он разделил их на 3 группы и ночью вывел их из крепости. 500 русских егерей уничтожили 4000-ный отряд персов полностью. Пленных не брали. Их просто некому было бы охранять. В 1811 году Котляревского направили на турецкий фронт.
Он и здесь подтвердил свою репутацию блистательного полководца, захватив крепость Ахалкалаки. За этот подвиг его произвели в генерал-майоры, а герою не исполнилось еще и 30 лет. Наступил год 1812. На Кавказ прибыл новый главнокомандующий, генерал-лейтенант Николай Ртищев. Был он человеком нерешительным, а времена настали суровые. На Кавказе начались волнения, но русская армия не могла рассчитывать на подкрепление. России угрожало нашествие Наполеона. С турками заключили победный мир. К персам также обратились с мирным предложением, но оно было отвергнуто. В июне к побережью Персии приплыли британские корабли. Они доставили шаху 30 тысяч ружей, 12 орудий, амуницию и новую группу военных советников. У персов окрепла надежда отвоевать Закавказье. Их 30-тысячное войско снова подошло к границе, которая проходила по реке Аракс. На российском берегу с небольшим отрядом стоял генерал Котляревский. Генерал писал главнокомандующему рапорт за рапортом, повторяя: «Нужно атаковать. Персы тянут время, планируя поднять кавказские народы». Но Ртищев запретил наступательные действия, надеясь заключить мир с Аббас-Мирзой. Но когда Котляревский получил сведения о том, что враг готовит общее наступление, он решился нарушить приказ. Генерал обратился к солдатам. «Братцы, нам должно идти за Аракс и разбить персиян. Их на одного 10, но храбрый из вас стоит 10. А чем более врагов, тем славнее победа. Идем, братцы, и разобьем». Ночью 19 октября отряд незаметно переправился через реку, имея всего 2500 человек и 6 пушек. В лагере неприятеля ни о чем не подозревали, когда с тыла ударили русские. После короткого боя персы стали разбегаться. Даже персидский командующий не смог остановить бегство, стараясь собрать остатки армии у брода Аслан-Дус. Персы даже не подозревали, сколь малый отряд им противостоит. Но Котляревский понимал, что утром обмануть врага уже не сможет. Той же ночью под громовое «Ура» персидский лагерь у Аслан-Дуза снова атаковали сразу с трех сторон. Персы укрылись в укреплении на вершине горы, но ее взяли штурмом. Враг потерял 1200 человек убитыми, более 500 попали в плен. Здесь же нашли свою смерть и английские советники. Аббас-Мирза бежал. С его армией было покончено. Чтобы окончательно изгнать персов из Закавказья, оставалось взять крепость Ленкорань в Талышском ханстве. Она была построена англичанами по последнему слову военной техники и казалась неприступной. Шел декабрь 1812 года. Остатки армии Наполеона покинули сгоревшую Москву и бежали из России, когда далеко на Кавказе егеря Котляревского подошли к крепости Ленкорань. Котляревский предложил гарнизону сдаться и получил отказ. В приказе, который Петр Степанович отдал отряду, главными были три слова: «Отступления не будет». Русские пошли на штурм 1 января 1813 года. На стены взбирались под шквальным огнем. Падали идущие во главе колонн офицеры. Увидев, что убит один из командиров, раненый в ногу Котляревский бросился вперед, чтобы ободрить солдат. —
Штурм Ленкорани занял 3 часа. Из 4000-го гарнизона персов уцелел только один солдат. Русские потеряли убитыми и ранеными 1000 человек. Лишь в конце боя солдаты поняли, что рядом нет их генерала. Его нашли под грудой тел, без сознания. Одна пуля попала в ногу, вторая задела глаз. Третья раздробила челюсть. Генерала положили на носилки из солдатских ружей. Борясь с нестерпимой болью, Котляревский жалел лишь об одном. Это был его последний поход. Падение Ленкорани вынудило персов подписать 12 октября 1813 года Гюлистанский мирный договор. Персия отказывалась от грузинских и азербайджанских земель. Россия получала исключительное право иметь военный флот в Каспийском море и выгодные условия для торговли. Сын сельского священника поставил точку в 9-летней войне. С тех пор и до сегодняшнего дня грузинскому народу пришлось пережить много трудностей. Но ни один захватчик больше не вступал в грузинскую столицу никогда. Тяжелые раны вынудили Петра Степановича подать в отставку. И Котляревский навсегда покидал Кавказ. Великий Кавказ, который он узнал как никто другой. Кавказ, чей народ, если дружит, то до смерти. А если сражается, то до конца. Кавказ, который всегда будет оставаться предметом стратегических интересов для многих стран. Вечный Кавказ, где русские солдаты сражались за вечный мир.